Итак, я наконец нашел в своем городе паром. Я решил наконец на нем проехать. Вот ногами я доходил максимум до этого места. Вот от той белой штуки. Короче, прикольно. Тут уютно. Я где-то в Крыму катался на таком пароме. Правда, за исключением того, что тут кругом одни мусульмане. Так. Ну, с другой стороны, вот сидим тусим. Короче, уютно. Даже не думал. Короче, большой кораблик. В принципе, уютно. Уютно усесться с девушкой. В принципе, вдали от, почти вдали от посторонних глаз. Нормальная тема. Нет, не закурить. Вода вообще рядом. Вообще, вода вообще рядом. Так, а сейчас попробуем взглянуть на окраины города. В принципе, весной тут уже нормально так. Вот они, лодочники. Я убью тебя, лодочник. Приплываем куда-то еще. Еще какой-то станции. Там уже ждут пассажиры. А пока мы стоим на станции, вон вдалеке прекрасный буй.
такая тема. Вот, пожалуйста, Рихтунг Лабё. Такая вот пристань для паромов и не только. В принципе, есть что-то морское в этом. Ой, есть что-то интересное в этом всем морском.